Восточно-Казахстанском областном музее-заповеднике открылась персональная юбилейная выставка члена Союза художников Казахстана, лауреата премии Акима области Булата Исина. На выставке было представлено 65 картин, приуроченных к 70-летнему юбилею автора. На экспозиции «Акварельная сюита» Балата Исина представлено несколько десятков работ, выполненных в период с 2018 по 2022 годы. Все работы мастера выполнены в сложнейшей технике живописи акварели. Акварель капризна и не терпит переписывания, требует точного попадания цвета с первого раза и высокого мастерства художника. На этой выставке 65 работ. Все работы в технике акварели, чистая акварель. Поэтому здесь в основном пейзажи, несколько работ там такие более-менее абстрактные, короче, но в основном пейзаж. Пейзажи у нас, сюжеты уржарские есть, большое количество. Уржарское предгорье, там Таргабатая, потом наше зимовье. Представленные в экспозиции картины можно разделить на классический реализм и современный абстракционизм. Пейзажи Булата Исина открывают зрителю академизм русской школы реализма, профессионализм и тончайшее восприятие художником окружающей его природы. Имя художника Булата Исина принадлежит к поколению, начавших свой путь творческий в 80-е годы на заре. Балат Каримович получил высокое профессиональное образование, и этот профессионализм, наверное, его широта знаний, художественная большая насмотренность, великолепный уровень читается в полотнах. В четырех выставочных залах гостей нашего города, посетителей музея-заповедника ждет встреча с настоящим мастером. Картины Исина выделяются в любой экспозиции. Они запоминаются сразу и западают в душу даже самого искушенного зрителя. Булат Исин способен цветом линии, особым построением композиции обозначить и донести до зрителя философию жизни. Ну, у него вообще такой своеобразный стиль, и сразу он выделяется из всех наших авторов. Он учился на Украине, у него были такие деликатные работы. Они лаконичные и очень нежное такое, знаете, сочетание цветовой палитры. То есть это человек с особым вкусом художественным. Картины Булата Исина пронизаны любовью к родной земле, ее природе, истории. Они дают возможность зрителю почувствовать и увидеть красоту окружающего мира. Работы художника находятся в фондах разных музеев республики, а также в частных коллекциях Германии, Бразилии, Югославии. Ирина Санникова, Александр Каримов, Алтай Акпарат.